Температура плюс 110 градусов, суровые правила и горячий пар. Все это чемпионат по спортивной сауне. Активно провести время в Березовском районе собрались три десятка любителей попариться. Как испытывают банщиков на жаростойкость и выносливость, увидела Виктория Потоля. Все здесь. Внимание! Старт! Любители попариться собираются уже в 11-й раз. Все участники – опытные банщики. Правила состязания на первый взгляд простые. В сауне 8 человек. Кто продержится дольше всех, тот и победил. Время фиксируется на секундомер. При этом никаких головных уборов. Вытираться полотенцем строго запрещено. Условия соревнований суровые. Температура в парилке 110-115 градусов. Судьи каждые 30 секунд, что называется, поддают жару. Подливают на камни воду. Отчего в сауне много горячего пара. Это настоящий тест на жаростойкость. Воздух накаляется так, что без тренировки и крепкого сердца лучше не рисковать. Можно обжечь кожу и даже получить тепловой шок. Поэтому присутствие бригады скорой помощи на соревнованиях обязательно. Такие состязания идут не для того, чтобы как-то спину обжечь или здоровье как-то ухудшить. Просто люди приходят отдохнуть. И я считаю, что не надо уже там какие-то рекорды там ставить. Поэтому все по своему здоровью смотрят, сколько можно посидеть. Люди сами знают состояние своего здоровья. Приходят люди, которые уже парятся, которые имеют многолетний опыт и, в принципе, знают, как их организм реагирует на высокие температуры. Мы предупреждаем, что главное, чтобы это приносило пользу здоровью. Липовый, березовый, дубовый, с веточками полыни и других целебных трав. Конкурс веников как этап состязаний. Заготавливать и вязать его – настоящее мастерство. Издавна этот банный атрибут использовался не ради удовольствия, а для профилактики остеохондроза, простудных и кожных заболеваний. Получается, во-первых, отдача от листа полезных веществ для организма, а второе является веник, он как массаж своего рода. То бишь, каждый лист, каждая веточка, она способна вибрировать. Рекорд нынешнего первенства принадлежит женщине. Людмила Жукович провела в парилке 22 минуты 15 секунд. Когда я не схожу в баню, мне кажется, я как не живу. Я с детства хожу в баню. Чувствуешь себя здоровее, бодрее как-то. Настроение совершенно другое. И все же баня – это не спорт. Специалисты говорят, для пользы организма температура в парилке не должна превышать 90 градусов. Ведь в банном деле главное не рекорды, а здоровье. Виктория Потоня, Сергей Лушников, агентство теленовостей, Березовский район.